Друзья, всем огромный большой привет! Сегодня у меня была неожиданная встреча с подписчицей по имени Алла. Девочки, я встретила подписчицу Аллочку с нашего города. Мне очень-очень приятно. Я тоже очень счастливая. Мы вместе приехали. В центре встретились возле ресторана. Моя машина? Стоять, красненько. В общем, Аллочка, передавай привет девочкам из Днепра. Девочки, всё хорошо. Подписываемся, радуемся на каждый ролик. Алла, это же мы с тобой, слышишь, стоим. Сейчас подойдет полиция, скажет, что снимаю. Все, ребята, пока. Хорошо. У меня же такой... Я хочу передать привет Аллочка, которую только что я встретилась, уже мы разошлись. Привет твоим деткам еще раз через свой канал, через видео. Ты мама четверых детей. У меня улыбка с лица не сходит. Такая позитивная женщина. Класс, она вообще, она такая воздушная, такая вся, понимаете, улыбка на лице. Еще и успокаивала меня. Ты не переживай за прилеты. Ты не переживай. Мы тоже волнуемся. Ой, я в шоке. Говорит, детки смотрят. Иванка, девочке 9 лет, тоже смотрит. В общем, потом мы разошлись. Я зашла в эконом-класс. Девочки, купила носки. Сейчас покажу. Во-первых, купила какого качества юбку. Смотрите, вот такая вот. На Людочку длинную. Знаете, какая длинная, красивая, вообще супер, супер. Кит, не хухры-мухры, вообще офигенная. На Людмилке взяла, будет ругаться, но мне пофиг. Носочки взяла, вот такие вот. 4 пары, 26 гривен, в эконом-классе. Вот. И она меня там тоже нашла и принесла мне шоколадку, говорит, маму угостишь. Я юбочку потом вам покажу. Я, говорит, пускай ругает, не ругает. Я померяю даже на себя ее, если влезу. Я, конечно, не влезу в нее. Но серый цвет такой классный, длинная-длинная. Под белую эту. Вообще супер-перепупер. В общем, Аллочка, тебе огромный привет. Девочки, так приятно. Все так классно. Я только видео утром выпускала, какие люди на моем пути встречаются. И вот я только выехала, и я Бог послал еще и Аллу. Ой, если бы я вас всех почаще встречала, почаще. Я решила перекусить. Вот такая вот ватрушка я взяла в булочнике. Столько творога. Самая дешевая купила. Вот это вот 15 гривен. Хороший прям творог. Класс. Вкус специфический вкус. Нет, теперь иди сюда. Я говорю, мама, слезь из винограда. Ну, уже чуть-чуть осталось. Все, эпопея заканчивается. Потом будем делать, ребята, будем делать вино. Так, тебе шоколадка. Зовут подписчицу Алла. Передай ей привет. Аллочки, ее зовут Алла, она мама четверых детей. Мы с ней, она меня встретила с Людой в центре города. Потом я ее посадила в машину и подвезла ее на Озерку. И она купила шоколадку и сказала, это мамусику твоему, вот это вот тебе. От подписчицы Аллы, у нее четверо деток, мальчики и девочка 9 лет. Вот, восхищена тобой, очень любит тебя, наш канал. В общем, была очень приятная встреча, мамусику шоколадка. Аллочка, родненькая, большое вам спасибо за внимание ко мне. Ну, что я могу вам передать и сказать? Привет, привет, Алла. Чтобы здоровенькие ваши деточки были, чтобы ты была, дочечка, всегда красиво, при форме, следила за собой. Все хорошо у нее, она прекрасная женщина. И самое главное, Наташа, что я разговариваю. Ага, да, я молчу. Солнышко, большое огромное спасибо. Вот все, хватит. И здоровья тебе. Будь всегда такая жизнь. А ты же видела ее, да? О, такая жизнерадостная, такая улыбчивая. В общем, все, спасибо, Аллочка. Извини, конечно, вид у меня. Маму застали врасплох. Она просто будет сейчас тебе желать как-то день рождения, здоровья, и будет поздравлять тебя еще с днем рождения, с твоим годом заодно. Все. Просто я тронута вашими. Конечно. Спасибо большое. Так. Я так, друзья, понимаю, что в летней кухне, наверное, я надолго в этом году. Может быть, даже на всю зиму. Так что надо как-то утепляться. Дуйчик работает.
Вот когда что делать? Вот когда что делать? Я приехала, третий час дня, да? Я просто отварила себе картошечки. Девочки, да? Наша еда, кто любит. Заехала в проверенное место. Некогда чистить. Смачного мне, да? В общем, смотрите, какая она крупненькая. Прям шикарная. Сейчас голову откушу. Да. Я ем все. Ну, естественно, голову не ем, просто откусила некогда. Надо вилочку взять. Вот это начинается зима. Начинаются хотелки. Начинаются хотелки на соленое. Ой. Ой. С укропчиком, как молоденькая. Вместо сливочного масла подсолнечным маслом помастила. А, некогда, некогда. Хлеб только что опять таким заводе купила горяченький. Я его ломаю сейчас. Такие вкусные, ну такие вкусные. Девочки, будете смеяться. Купила яйца 79, 3 яйца. Ну в тесто, ну в тесто. Ну, а что делать? А я позавчера вообще одно яйцо покупала за 8 гривен. Вот так вот. А это мелкий, дешевый. Дешевый по 7,90. Ой, я не могу. Яйца золотые. Кстати, мне писала моя сестричка Западной Украины. С города Рівна. Что у них яйца уже подешевше стали. А у нас в Дніпрі, я не знаю почему. Ой. Девочки. Пойдите купите себе салатки. Это дуже смачно. Вкуснятина. Просто. Такая простая еда. Но почему она такая вкусная? Мама написала, как ты сказала? 22 ведра и написала большим буквами. Все. Все. 22 ведра, все. Это 3 дня, да? Ну, сегодня 4-й день. Дорвала. Дорвала мамулечка. Мамулечка, красотулечка. Не, можно было, но я каждую бубочку забрывала, где там порчена, где яка. Мама, ну я же говорю, я работаю на количество, а ты на качество. Ну я же знаю, ты ж аккуратистка в каком-то там поколении. Бабушка моя сказала, что дуже-дуже семья у нее была аккуратная. Дуже. Каже, Натаня, даже когда были маливаны, сказала, что на полу было сино, все солома притрушена. Ну, раньше там, на хуторе. Это заливка. 19-й год, 20-й год. Заливки были раньше. Я за Польшу говорю, когда была маленькая. Да, да. И то, каже наша бабушка, ну, каже, ее мама, Христина, Христя. Заставляла каждый день. 75-річною жінкою називають другою загладою, я пробила ланку буряків. Бабушка. Нічого не поняла, що ти сказала. Христина. Твоя бабушка, моя прабабушка. Що вона зробила? Моя бабушка. Мамина мама. Обробила, та раніше давали ділянки. Обробила ланку буряків, призайшла. Рекорд заглади. А раньше заглада гривня. Советом она работала. Сигати. Советы пошла, в колхозе работала, да? Да. Ага. Да. Пошла, обработала буряки. Буряки обработала. И попала в газету. Зашла по... Да. У Кати до сих пор газета лежит. У Кати. Вот это в Христю и пошла. Вот это, мама, ты Христя в намисті. Да. Так вот, баба Христя заставляла детей підлогу менять цю солому два раза на день. Бабушка мне казала. А спали мы. Ну а так, вы, мама, вы уже были интеллигенция. Я рассказываю, как бабушка за свое детство рассказывала. То вы интеллигенция, вы уже с полами жили. Ну, да. За навесками, с печкой, с теплее, в добре. Ой, Наташа. Да. Ой, я пошла, у меня же там это, господи, у меня же там Лизонька, зайчик мой, зайчик. Ребята, пытаюсь отмыть батареи перед покраской. Окно в ужасном все состоянии, пол шкребу. Вон, сравнить, какая там эта труба и эта. Шкребу пол, чтобы вымыть. Ой, кошмар, а что ж Вера делает там? О,
Гляньте. Моя труженица тягает. Мама, ты ела? Мама, четвертый час уже. Ага, и... Вот это я выбрала, бо йод же ж нельзя. Ага. Детский выбирала. Ну, все мне кажется, хватит туда. Да, да, не, не рви сердце. Надо только накрыть чем-то потом. А ты куда ты поставишь эту тырсу? Сюда я пойду потрушу там. Мне надо... Я хочу... Оно потом перегниет и надо перекопать, да, вроде бы? Надо это и перекопать сразу. И перекопать сразу. Все, хорошо, я поняла. Хоть плохо, но прыгать. Боже ты, море тырсы. Ты понимаешь, что? С ветками уже забрала руками, каждую ветку отбросила. Угу. Оно живет, листья же нельзя, мусор, сейчас мусор туда нести. Да ну да. И вот это же я выбрала. Степаша, вот я тебе. А потом якось им сказать будет гулять. Чистенько якось. Вот это будет, да, с завтрашнего дня будут гулять. Если бы чистенько. Дорожка вся побита, но оно не... Так это ж побита, мама, это не побита, это корень. Пошел под гараж. А он же уперся. Вот. Конечно, он уперся он и поднял асфальт. Не, ну, там мы там все. Ну, это же не наше. Вот видите, я же говорила, корни аж подняло асфальт. Я вот централку, чтобы приеду, чтобы можно было ходить. Да при чем здесь приедут не я, даже я хожу. Буду я... что-то еще брать, до гаража добраться. В машину я, да. Они же будут что-то еще и крупняк брать, наверное. Да, 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 да. А что им за выгода такое добро ставить? А нет, они хотят, выгода, нет, да? Они хотят привезти машину и сделать щепу и забрать. Все выгодно, мы еще только на договорных этих самых. А-а-а. Мы только договариваемся, мы все же быстро, они и так запаханные, бедные. Да. Еще им сейчас этим заниматься. Все, не, они... Ну я просто спрашиваю. А я... Подожди, ну ты же спросила, я тебе отвечаю, да. А как должна тебе была ответить? Я же вот просто спрашиваю. Вот привычка спросить, а потом говорить, я же ей говорю, я просто спрашиваю, да, тигря, тигричка. Вот цей гармидар ще, от тут віковая, я ще маленька була, щебенка, уголь, какая-то херня, уже в торф, наверное, превратилась, так, гараж прикрыть. Так, девочки, целыми днями, круть вверх. Так это хорошо, что сейчас мама дома не работает на работе, а сколько, а вот это я сама, каждый год сама, заработай, деньги домой привези и управляйся. Ой, ну я должна хоть немножко, ребята, довести до ума. Там все так... Я довожу до ума половину свою, мама. Батарею вымываю, окна вымываю, предпокраска. Я только проход, чтобы можно было зайти. Там я ничего, там нормально. Хорошо, вот хорошо. Ты, ежевика какая. Гляньте, как в этом году. 3 года сидела она, а в этом году дала. Вы даже ежевики поели чуть-чуть. Вот здесь она была. Вот здесь. Кстати, надо, девочки, корень, что надо делать с ним? Его как-то надо бы уже прикопать, ну, утеплить как-то. Что надо делать с ним? Или ничего не трогать? В наших широтах, наверное, нормально, да, будет? Может, тырса засыпать. А тут еще... Ну, в общем, пока снега нет, ребята, мы целыми днями на улице. На улице прямо в дом не заходим. Заходим в дом, когда потемнеет. Целый день. Моя обитель. Так, ну ты меня с ног сбиваешь. Теперь могу смело, знаете как, жить богато, да. Садиться на этом фоне и говорить, что я живу в замке. Знаете, как по телевизору, на телевидении, делается такой макет, садятся ведущие журналисты, там делается такая шикарная, типа кабинет или комната, свечи, камин, да. А это все картинка. Ну, раньше хоть старались, раньше хоть этот антураж покупали, 2 шикарных кресла, столик дубовый, вот, и там светом подсвечивали все прорехи. А сейчас же все 3D накладываются, они сидят, блин, на... Все в проводах. Но картинку дают виртуальную, шикарную. Так вот и я, понимаете? Я... Пёнок чьё в розах, я не понимаю. Но мне надо довести до ума хоть чуть-чуть. Мама, конечно, физически даёт. Но а если я не буду убирать, мы засрёмся, девочки. Вот честно, если я не буду убирать в доме, мы просто засрёмся. Ладно, мои хорошие... Аллочка, привет тебе, спасибо всем моим дорогим подписчикам.
Ой, спокойной ночи, доброго утра, доброго дня, всем всего хорошего, всем огромное спасибо, кто подписался на мой канал. Зритель, а ты подписался? Подпишись на канал Нателла. Ну, подпишись, я понимаю, что это жизненный влог, и он утопический, и ничего он, в принципе, не приносит. Но сколько удовольствия хозяйке канала. Все, друзья, пока. Кстати, знаете, что я хотела сказать? Вот вы мне пишете, вот сейчас, 2 секунды, что, мол, так от души и душевно, и просто. Знаете, как есть люди говорят, что простота, нет ничего хуже простоты. А я с этим не согласна. Простота тоже бывает разная, понимаете? Я не согласна, что нет ничего хуже простоты. Лучше быть тем, кем ты являешься, чем быть тем, кем ты не являешься. Вот, являюсь. Вот такой вот гуцульской жилетки, черненькой кофточки. Все, всем пока. А, освещение. Да ну все. Все, скоро буду вещать с этой комнаты. Пока. И потолок ледяной, дверь скрипучая.